Вон там, за мостом, был наш госпиталь. Он и стал первой добычей гитлеровцев. Кто там мог сражаться? Больные, раненые, медсестры. С точки зрения военной тактики фашисты действовали правильно. Начали наступление с трех сторон. Под ударом оказались все четыре острова крепости. Они смогли разделить нас. Их командиры считали, что разобщенные группы без единого командования и связи должны сдаваться в первый же день. Шнель, шнель! Подойдите в оба этажа! Herr Offizier, was machen Sie bloß? Herr Offizier, Offizier, das ist ein Hospital. Wir sind Kranke. Raus hier! Прекратить панику! Прекратить панику! Прекратить панику! Назад, я сказал! Вернуться в казармы! Прекратить панику! Вернуться в казармы! Назад! Пацаны! Играй! Что играть? Все равно что играй! Стоять! 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 Ты что, пацан, рехнулся? Чеши отсюда! Где оружие? Да пошел! Командиры! Ко мне! Мы, лейтенант. Здесь! Лейтенанты, не вижу! Приведите себя в порядок и доложить как положено, иначе расстреляю, как паникеров. Есть. Да. Всем вернуться в казармы, разобрать оружие и занять оборону. Бегом! Марш! За мной! Быстро! А мне что делать? А? Чеши в подвалы, подвалы! А где наши? В эфире только немцы. Может, это в учении? Какие тебе нахрен учения? Какие учения? Оставить! Виноват, товарищ полковой комиссар! Панику прекратить! Комполка в крепости. Ясно. Командование беру на себя. Старшина, есть. Собрать весь личный состав, раздать оружие. Рассредоточиться у окон. Немцев через мост не пускать. Беречь патроны. Попытки выйти на связь не прекращать. Я крепость. Застава, слушай мою команду. Оружие к бою! Мало оружия, товарищ лейтенант! Завалил оружие! Политрук! Убит! Все, у кого есть оружие, ко мне. Остальные, все, что можно из завалов достать. Немцы! Застава! К бою! За мной! Ура! Ура!
Я крепость. Держим оборону. Ведем бой. Ждем подкрепления. Танчик-то немецкий. А гвоздики-то были круглые. Я так боюсь. Там немцы.
Я прошу тебя, ну пожалуйста. Тихо, тихо, это я. Тихо. Не плачь, все. Ты же сильный, я знаю. Мы выберемся, правда? Правда. Правда, правда, только тише. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я очень тебя люблю. Я очень-очень-очень тебя люблю. Коля, зайди мне! Коля, ну, Лузе! Ich bin jetzt drüben. Ich suche noch ein paar Russen. Lisa, ich habe hier einen gefunden. Da habe ich noch einen gefunden. Nochmal. Schwierig, meine Lautstärke. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. Товарищ, товарищ комиссар, гляньте, наш из госпиталя. Вунь, вунь, пройдите. Сестричка там одна. Вунь, в уши мне лечила. Что ж это будет, товарищ комиссар? Старшина. Я. Пойдешь со мной. Есть. Оружие оставь. Всем рассредоточиться у окон. Взять колонну на прицел на уровне груди. За мной. Thank you.
Необходимо пробраться в Брест. Узнать обстановку, как там. Я дубой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. Я крепость, я дубой. Задача ясна. Так точно. Товарищ полковой комиссар. Выполняйте. Не тормози! Ходу, ходу! Шут-шут! Шутарам! Эх, сколько их тут! Здесь не прорвемся! Назад! Назад! Шутаров! Поворачивай! Ты посмотри, сколько народа побили, а? Воистра стерюч, мама! Мятля сам марчен тогаляра! Патроны! Давай сюда! Патроны есть? Какие патроны, цаватаным? Садись! Давай к воротам, к северным! Я искал брата. Мы жили здесь. Наша семья. И семья по Черниках. Давай ползи к окну. Вы брата моего не видели? На, помоги. Шуры нет. Иди сюда. Нет. Это приказ. Что будем делать, Вань? Я, Флин, не сдамся. Я с тобой. Я все понимаю. Без тебя и детей жить не хочу и не буду. Шур, прости меня. Ты прости. Посмотри, чего они там. Thank you.
Давай назад. Здесь не прорвемся. Ждем, не прорваться. Товарищ полковой комиссар. Я крепость. Я тупой. Держу оборону. Жду подкрепления. Ждем подкрепления. Я крепость. Я крепость. Ведем бой. Держим оборону. Ждем подкрепления. Я крепость. Ведем бой. Товарищ майор! Танки! Спокойно, лейтенант. Хоть бы одно орудие! Я же говорил. Говорил же. Третий. Эх, сейчас бы ружье противотанковое. К бою! Приготовить гранаты! Занять позиции! Без приказа не стрелять! Тихо. Уже сгорелся наш утёк. Все равно ты будешь мой. Никуда не денешься. Кортон, гранаты. Есть. Заряжай!
Тебя как зовут, сынок? Лейтенант Акимов. Так погиб мой брат. Первый день. Первый бесконечный день. Первый приказ об отступлении в ходе войны был отдан немецким командованием 22 июня 1941 года в 11 часов утра здесь. Много тяжелых. В Брестской крепости. Способных держать оружие осталось 18. Медикаментов, воды, еды совсем нет. Как думаете, где наши? Чего не идут-то? Или скоро подойдут? Чего бойцам передать? К утру подойдут. Обязательно подойдут. Ну что, всех похоронили? Так точно. С водой. Есть ледник в подвале. На день хватит. А потом? Товарищ майор, до завтра наши их утром поганой метлой, да мы... Здесь оставаться опасно. Здание сильно разрушено. Вы все пойдете за мной. Угрозить в подвалах казармы до прихода наших. Я думала, она с тобой. Надо идти. Там есть еще такой мальчик, у которого настоящий деревянный маузер. Делаешь метку. Я кусочек сам найду. Пап, сделаешь? Тихо, тихо, тихо. Сделай, сынок, сделаю. Я не знал, что происходит. Я не знал, что делать, куда идти. Одно я знал точно. Надо дождаться утра. Ведь утром подойдут наши, и все закончится.
солдаты, командиры, вы стоите перед выбором. Решайте, идти под огонь и умереть, или найти в себе мужество остаться и жить. Ваше положение безнадежно, ваша борьба бесполезна. Вы пришли, чтобы освободить вашу страну от жидов и большевиков. Мы построим новую жизнь без каторжных колхозов и стахановщины. Вставайте, у нас вы будете жить. Давай шмальну. Отставить. Каждому свое. Руку! Товарищ лейтенант, разрешите доложить. Воспитанник музыкального взвода 333-го полка Акимов Александр. В подвал его. Товарищ лейтенант, а где Аня? Что? Аня. Я видела, она к вам побежала. В подвал его, быстро. Быстро в подвал. Пусти! Стой! Куда? Куда? Стой! Куда? Акимов! Саска! Я найду ее! Может, и мамка живая осталась, а может, и батя. Вот и выбирай промеж двух. То фрицы без колхозов, то коммуняки с колхозами. Чего лупишься? Ничего. Сперва корову со двора свели, потом козу. Кур всех позабирали, одну только оставили, которая отродясь не неслась. Правильно батька говорил. Нет жизни с коммуняками. Слышь, Хрущ, может, при фрицах поживем? При фрицах! Я тебе покажу при фрицах! Ах ты ж!
Братцы! Братцы! Лишите жизни меня! Лишите жизни! Лишите жизни меня! Христом Богом прошу! Убейте меня! Товарищи, бойцы, немцы предлагают нам сдаться. Они предлагают нам трусливую жизнь в плену. Они ошибаются. Мы бойцы Красной Армии и будем защищать нашу Родину до последней капли крови. Другого выхода у нас нет. Да, другого выхода у нас не было. Отчаянное сопротивление врагу шло на всех участках фронта, от Прибалтики до Черного моря. Ни шагу назад. Наши войска стояли насмерть. Сражались за каждый дом, каждую улицу, каждый метр земли. Пытались не пропустить фашистов к городам и селам. На некоторых участках фронта немцы были отброшены. Но слишком мы были не готовы к этой войне. Однако с таким мужеством и самопожертвованием гитлеровцам не приходилось сталкиваться раньше. Немцы, не ожидавшие такого сопротивления крепости, вводили в бой все новые и новые силы. Я недавно прочитал воспоминания одного из них. Он пишет, что командование вермахта было возмущено промедлением и такими большими потерями. Ведь гитлеровцы не могли продвинуться вперед ни на метр. Они так и не поняли причину нашей твердости. Называли это бессмысленным фанатизмом. А для нас был смысл. Ведь мы сражались за Родину. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Он говорит, скорее всего, взят Минск. Какой тебе Минск? Что ты сюда приперся? Ну что ты приперся? Крепость окружена, рез взят. Куда прорываться? В плен, в лагерь? На смерть куда? Смертники мы! Крепость. Премьера многосерийного фильма. Товарищ майор, разрешите доложить. Ночью общий прорыв. Сигнал «Красная ракета».